Всем привет. Всем выживальщицам привет-привет. 10 часов вечера, 27 февраля. Опять это СП будет. Видео посвящено, конкретный кусочек для СП «Авторские истории». Наш организатор — это Юлия Крустич. Ссылки я все оставлю в инфобоксе. Кто присоединился ко мне только сейчас, к моему каналу, я напоминаю, что я вышиваю схему от Химеры «Мамина нежность». Итак, почему же я снимаю данное видео? Потому что я закончила лист. И я вам обещала рассказать, был ли мой косяк слишком заметен на вышивке, или все-таки я, типа опытная вышивальщица, смогла его устранить. Итак, давайте начнем с самого начала. Этот лист я вышла за 4 дня. Вот так вот выглядит он. Синяя — это 23-я, коричневая — 25-я, 26-я — зеленая и красная — 27-я. Зеленого мало, просто было мало времени для вышивки. Вот и все. По-моему, там минуток 50, и поэтому, короче, мало. Пока этот лист еще не считала, и сколько процентов на данный момент, я не скажу. Ну, давайте покажу, что получилось. Так, ТДШ. Итак, кто вышивает, предлагаю поднять взгляд на пару секунд. Итак, вот так вот выглядит сейчас вышивка. Так, секундочку, у меня лампа. В общем, у меня барашки раскрутились. Это проблема. Если вы живете в городе Киеве, вы знаете, у нас сейчас пару дней морозы. И станок странно себя ведет, потому что у него реально вот эти вот нижние планки, они раскручиваются, верхние тоже. И вот эти планки раскручиваются. Ну, в общем, такое дело. Вернемся к нашим медведям. Вот так вот выглядит. Очень реалистично выглядит вышивка. И что нас интересовало? Нас интересовала вот эта область. В предыдущем отчете вы видели где-то вот так вот, и начало тут вот как я шла. Ошиблась я на одну вертикальную клеточку, то есть один значок по вертикали по всему листу. Я что сделала? Я просто не стала его вышивать. И как это ни странно, все нормально. Видите, нижняя лапа у малыша овального размера, как и должно быть. По сложных местах я вам говорила, что это было вот здесь вот, а вот на этом листе уже никаких проблем я не встретила. Ну, у меня в принципе как бы особо тяжелых моментов нету при вышивке, да, ну, потому что у меня же как технология идет, стратегия вышивки. Вышить большие участки цвета и потом заполнять по мере того, какие есть еще значки. И уже дальше там большой объем значков, который остался. То есть посмотреть, как там удобно, неудобно идет вышивка. И вот так вот между прокладывать, заполнять просто пустоты. Поэтому никаких проблем у меня данный лист вообще не вызвал. Вот так вот выглядит вышивка. Сейчас под углом покажу. То есть видите, что некоторые крестики, они вроде как-то порчатся. Но, как я вам раньше говорила, это все утрамбуется.
И, в общем, мой косяк, тьфу-тьфу-тьфу, где тут это дерево, постучим об станок. Станок-то у нас деревянный. Вот, ничего такого важного не случилось. Скажу вам честно, скорее всего, мне просто повезло. Вот, поэтому вот здесь вот по схеме, видите, такой типа, вот как раз это идет вот этот вот ряд. Это заканчивается лист. Но по схеме я так посмотрела, он так и идет. Даже если бы я вышла ряд, тот, который я пропустила тогда, то все равно такая ровность бы тут внизу шла. И, в общем, пока я сидела тут, добивала, скажу вам откровенно, свои одиночки, я смотрела тех от Милой Джойс, и она передала мне эстафету, прям не сказала, что Юля, ты прям давай отвечай, а намекнула. Ну, а раз Милая Джойс намекает, ну, как тут не соблазниться и не снять тех, на который она отвечала. А тех этот был у нас. Сейчас посмотрим. Я вот сижу тут так вот. Там у меня схема открыта. Так, и тех у нас был. Блогер тоже человек. Я посмотрю у себя. В плейлисте, отвечала ли я на этот, на эти вопросы или нет. И уже когда буду приступать к следующему листу, сегодня точно нет, но возможно завтра, я обязательно отвечу. При этом мне надо будет еще снять видео. Сегодня вторник, по-моему, да. То есть в среду мне надо еще повышивать для SP495 крестиков. Угу. Ну ничего, там тоже есть новости, интересные новости для этого СП конкретно. Поэтому я сейчас буду закругляться до следующего включения. Всем привет, добрый вечер. Или то время суток, которое вы будете смотреть. Это второе включение за этот отчет. Итак, вы перед собой видите, конечно же, схемы, и как я отмечала. Так, ну, я вам последний раз показывала там, где вот красный цвет, и вот то, что я шла. Сегодня, кстати, 23, по-моему, марта. Вроде 23. И я эту работу не вышивала. Не вышивала я ее уже больше 10 дней. Значит, я вышивала, получается, 1, 2, 3, 4, 6, 12 и 13 марта. И пока я более не вышивала. А причина, почему я не вышивала, это вот. Типа у меня дома ремонт. И понятное дело, что понятное дело, что некуда с таким большим станком. Особо, когда много пыли и все такое. У кого был ремонт, тот знает. Итак, значит, вот мои продвижения. Вот такие были продвижения последний раз. Ну и давайте посмотрим, что есть. И вот готов, получается, следующий лист. Предыдущий я вам показывала, что закончился вот тут где-то лист. Да, вот здесь, где-то вот так вот он шел. А теперь получается, что я уже начала вышивать даже следующий лист. Покажу вам чуть-чуть поближе. Сейчас освещение, только верхняя люстра, даже не люстра, а просто лампа. И тут вот такой резкий переход. Да. То есть вот лист начинается. Давайте я так, чтобы без тени.
Вот такие продвижения, то есть тут вообще все светлое, а тут бленды светлые идут уже все. Ну и на данный момент у меня получается, что у меня 77% работы. Ну и конечно же за счет ремонта, или может быть не за счет ремонта, но в том числе, к сожалению, на 1 апреля я не успею вышить. Это, ну, будем смотреть правде в глаза, это нереально. Потому что примерно у меня один лист идет 5 дней. Нет, я не успею, потому что у меня еще нижний ряд. Пусть он даже не полный, но нижний ряд. В общем, я не успею. Даже вот я вам сейчас сниму видео отчет и вышивать не сяду ее. Я ее обратно сейчас сложу на балкон, и она будет ждать, ну, более подходящего момента. Я вернусь к другому своему проекту. Вот такой вот отчет получился в СП авторские истории. Заходите к нам в группу ВКонтакте, присоединяйтесь к нашему проекту. Я буду ждать ваших комментариев. Всем спасибо, кто смотрел мою предыдущую трансляцию. И, к сожалению, она так коротко как-то оборвалась по техническим причинам. Но я буду пробовать еще. Желаю всем хорошего настроения, вдохновения, шустрые иголочки. Не забывайте подписываться. Жду ваших комментариев. Ставьте лайки, дизлайки и так далее. Всем пока!